просите? Да что? Себе в убыток. Просто времени стоять нет. Берите, женщина, берите. Вряд ли дешевле где найдете. А то подсунут какого-нибудь инженеришку. Всю жизнь плакать будете. Ну, а пощупать-то можно? Щупать? Нет, женщина, вы щупайте, но не мните. Кто же у меня помятого купит? Женщина, возьмите. Он аккуратный, ест, что дадут, не злоупотребляет ничем. Грустный какой-то. Может, больной? А по специальности он кто? Из министерства, управленец. Да таких теперь и даром не надо. Хомут на шею. Сколько она за него просит? Кто? Обнаглели совсем. Обнаглели. Как только язык поворачивается. А накормить, а обуть, а одеть, а в люди вывести. Да. Что? Пошли домой. Нет, будем стоять здесь. Кто мне обещал, что перестройка вас не коснется? А. Кто говорил, что сокращений у вас не будет? Но, кто? Тетя. Что? Что тебе, деточка? А сколько он стоит? Господи, а тебе-то зачем? Купить и на свободу выпустить. Ой, но он на свободе погибнет. Он ведь не приспособлен ни к чему. Иди лучше и купи себе птичку, и выпусти ее на свободу. Иди, иди, деточка. Почем козел? Лично мой 70. Мой тоже 70. Да, 70. Беру обоих. В хозяйстве сгодится. Господи, а этот вам зачем? Он же управленец из министерства сокращенный. Ох, милая, это у вас в центре перестройка до сокращения, а до нас пока она докатится. Я его в исполком устрою. Квартиру через него получу, участок и кое-что по спецобслуживанию. Да не дрожи, дорогой, не дрожи. На, ешь это здесь, ешь, ну, давай. Ешь. Спасибо, товарищ. Поживешь еще. На пенсию идешь как человек, по состоянию здоровья.